Во Владивостоке рядом с Тихоокеанским государственным медицинским университетом открылось новое городское пространство. Здесь разместились лавочки для отдыха, новые деревья, стойки, рассказывающие об истории развития медицины в Приморье и даже парящий мост. Вот эта территория становится очень приятной. Ощущение от вуза или вот от первых шагов, которые ты делаешь от пешеходного перехода к вузу, создает впечатление, что вуз современный, что здесь живут люди и те люди, кто заботится об этом вузе. Еще одно приятное открытие случилось на базе ТГМУ – роботизированная учебно-производственная аптека. Она стала первой на Дальнем Востоке и самой большой в России роботизированной аптекой. Мы получили лицензию. Сегодня это лицензированное место для и продажи, и обучения наших студентов, ординаторов и врачей ДПО по направлению фармация. В скором времени на базе нового подразделения начнут заниматься образовательной и научной деятельностью. Здесь будет организовано производство лекарств, смесей и мазей медицинского применения. Мы решили вторую часть этой аптеки делать производственной. Производственная аптека будет изготавливать, поставлять лечебные учреждения, населению. Уже сегодня в роботизированной аптеке можно приобрести различные лекарственные препараты. Сделать заказ можно как на месте, так и через сайт университетской аптеки со значительной скидкой. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.